2 мая 17 год, Харьков, 15.05 по Киеву. Скрипач на крыше, и вопрос меня интересует такой. Пару дней назад, вернее, 30 апреля 17 года, я снимал скрипача на крыше на стекляшке на университете. И по слухам, отсюда этого скрипача перенесли туда. То есть там он был 3 дня назад. А это тогда кто? Или он перемещается, как Карлсон по крышам? Сейчас проедем на универ, посмотрим. Это площадь Конституция.